первому фактору можем видеть людей с большими отрицательными значениями. Это люди, для которых не важна цена совершенно, но для которых достаточно важна атмосфера в детском развивающем центре. И наоборот, мы видим, что люди с положительными значениями данного фактора говорят нам о том, что цена для них очень важна, а атмосфера достаточно не важна. Второй фактор – это на одном полюсе щепетильность, то есть внимательное отношение к программе центра, к уровню квалификации и к имиджу центра. А на другом полюсе – наличие рядом с развивающим центром торгового центра. И что мы видим? Мы видим, что для людей с отрицательными значениями по данному фактору очень важны программа, уровень квалификации персонала и не важно наличие торгового центра рядом с развивающим центром. И наоборот, для людей с высокими положительными значениями, наоборот, важен, как правило, важен. Хотя здесь, видите, картина неоднозначная, поскольку корреляция здесь не стопроцентная. Но все-таки по большей части высокие значения, точнее высокая важность близости торгового центра рядом и, соответственно, более низкая значимость программы, квалификации персонала. Таким образом, из 6 наблюдаемых переменных мы получили 2 фактора и 1 самостоятельную переменную. Теперь мы можем перейти к кластеризации респондентов в трехмерном пространстве этих переменных.